Надеялся проскочить на красный. На перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской столкнулись две иномарки. ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля с джип на большой скорости выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В тот момент водитель Honda только начал движение на зеленый. От удара машины развернуло, а джип вылетел на тротуар и врезался в столб. После чего загорелся. Автомобиль потушили огнетушителями. Водителя Honda зажало в салон. Чтобы достать его, спасателям пришлось разрезать искореженный кузов машины. В результате аварии пострадало 3 человека и госпитализировали. На некоторое время в районе перекрестка образовалась пробка.